Интересно, что там? Этот замок оплетен магией, и его не открыть ни земным ключом, ни грубой силой. Забудь. Никогда не видел такого замка. Мне вспоминается один рисунок Тюра. Ему нравилось складывать разные символы в новые руны. Вот это как будто значит... Мир, единение, милосердие и другие вещи. Это я понял. Но как попасть внутрь? У нас другие заботы. Крепко заперто. Внизу. Хочешь здесь высадиться?
слишком рано покинула этот мир. Славно. Резец уже рядом, за этими вратами. Мидгард страдает, потому что в нем нет тебя, милая Гульвейк. Ты, ходящий в мире живых, моя дорогая Гульвейк зовет меня. Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвейк воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу! Магия Гульвейк не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын. Я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Сын, мы уходим. Они забрали 3 кости, милый Гульвейк, и разбросали их по озеру. Принеси мне ее кости. Гульвейк вознаградит тебя. Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слуг? Мы сможем поговорить с мамой. Если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. Эти кости источают магию. Наверное, это Гульвейк. Может, возьмем? Вдруг нам попадутся остальные. Призрак лжет тебе, сын. Я не знаю. Я знал много призраков. Все они лгут. Но этот другой, я уверен. Ты знаешь очень мало. Yeah.
Отпусти, я не готов! Но если есть хоть один шанс, неужели ты не хочешь увидеть маму? Конечно, я. Ее уже нет, Атрей. Смирись с этим. Я знаю, но увидеть бы ее еще разок. Почему ты ему веришь? Ты не знаешь его, не знаешь, кем он был. Дурное это дело. Он хочет снова увидеть ту, которую любил. Я могу это понять. Мне кажется, тут нет ничего дурного. Надежда притупляет чутье, сын. Что ты ей скажешь? Гульвейк? Матери. Что ты не успел сказать? Я просто хочу узнать, как она там. Она мертва. Да знаю! Я... Тебе не понять. Как и тебе. Thank you.
Ты что бы сказал? Ничего. Ничего? Все уже было сказано. А все то, что мы пережили. Как к нам явился тот странный тип. Как мы говорили с мировым змеем. Мы столько всего сделали. Я бы хотела ей об этом рассказать. А ты? Что бы ты еще сказал? Что у нас все в порядке. Чтобы не переживала. Атрей, я тоже по ней скучаю. Ты знаешь. Ты говоришь, я ничего не знаю. Последнее. Да. Можно отдать их призраку. Может, он и сдержит слово, и тогда... Да знаю я, что она не вернется. Знаю. Просто... Неважно. Давай отнесем кости. Здесь есть на что посмотреть. Прости, я не готов.
разбросаны? Обычно для осквернения. У разбросанных костей жалкая душа. В Вальхаллу не попадешь, если твоя рука на одном берегу, а голова на другом. Спроси у призрака. Он наверняка охотно тебе расскажет. Мы собрали останки твоей женщины, призрак. Покажи обещанное колдовство. Ах, моя Гульвик вновь цела. Встань, милый Гульвик! Проснись, о могучая Гульвик! Эвни укорбитьяст. Она выполнит нашу просьбу. Эльди Фагнал. И даст нам... Инга! Неплохо. Ты глупый мальчишка. И это тоже верно. Но нечего смотреть на меня волком. Это будет тебе урок. Ясно. За резец такой особый. Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударил сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь.
Тор убил его. О, нет, он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Самый кончик. Очень-очень большого резца. Боюсь, заперто магией. Рома! Ну вот, ничего не вышло. Брат, гляди, кристалл снова сияет. Отличный ход. Спасибо. Его идея. Что стало с выжившими? О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Волшебный замок. Наверху.
Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия. Впереди враги. Нападем? Застывшая смола мирового древа. Удачно.
Зачем тут световой кристалл Альфхейма? Что это значит? Слушаюсь. Ньорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. Трей, ко мне! Ладно, я иду! Отец, мы пройдем здесь? Ugh!
как спуститься. Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Это было нечто. Этот бой. Ну-ка, лови. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это... Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты. Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло. А?
Ты снова дал ему топор. Ну, пошли. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины.